пришли по дороге, идем прогуляться в поле, 2 километра где-то по времени. Времени минут 30, наверное, 40. Погода, дождика нет. Ночью сегодня обещают снег, не знаю, посмотрим. Идем. Дойти вот до того леса, впереди который километров 2, наверное. Стадо баранов, несколько лошадей и коровы бегут, бегают. Локации нашей, это получается Старица. Там мы вот прошли поле, все вот от тех деревьев. Сейчас подходим к Старице, потом пойдем вдоль реки в ту сторону. Время 3:30. Сейчас глянем на Старицу. В прошлый раз мы здесь рыбачили. Перчатку. Старица. Крючки стоят. Уже кто-то рыбачил сегодня. Ветрено. 5 минут отдыха и вперед. Чё себе? Нам вода. Дальше. Нам дальше, да? Смотри, как вода отошла, Марк. Мы стояли с тобой вот где кусты. Метр, полтора, еще полтора где-то метра вода ниже отошла. Она практически пересохла. Везде стоят сети. Вода на метр, больше метра отошла. Мы вот здесь стояли в прошлый раз с Марком наверху. Вот здесь 1-2 метра, наверное, полтора даже. Вот до сюда мы доходили, и вода была. Ну, вода, то, что ушла, мелко очень. Очень мелко. Ладно, поднимаемся, идем туда. Выше, в ту сторону.
Давайте. Здесь хорошо, хоть убирают, мусор не оставляют за собой. Это уже хорошо. Адекватные люди. Идем вдоль дороги сейчас до берега речки. С той стороны уже затягивает тучами. Скорее всего, сейчас снежный пойдут. Нам надо дойти еще до берега речки, спуститься к реке вниз. Планировал еще вдоль реки пройти пару километров, но, наверное, пойдем обратно. Детям тяжело вырваться. Бесятся, бегают. Вот наша стоянка, где мы стояли. В прошлый раз приезжали. Да, да, наш. Вон стоят палки, где мы палатку ставили. Берега. Сейчас нам надо выйти к реке вниз, и все, мы будем уже на ту сторону лугового смотреть. Сейчас через дебри, через кусты. Вон, видишь, какие ямы, мы тут на квадрике катались. Вниз съезжаешь, тебя не видно, а потом поднимаешься, тебя видно. Вон они с той стороны и с другой, такие ямки, видишь? Вот здесь я гонял. Здесь можно спрятаться, тебя не видно будет. Все, идем. Останавливались уже. Сейчас проедем через дебри. Темнеть начинает, надо сворачиваться в другую сторону. Не знаю, тут такие глухие заросли, что навряд ли мы тут пролезем. Все заросшее, не пройти. Сейчас обойдем, спустимся там дальше. Сейчас спустились к реке. Такой вот берег обрывистый. Вода практически не отошла. Как и стояла, так и стоит. Все, сейчас обратно пойдем. Все в ракушках. Только ракушек повыпадывала. Вот она отошла. Все одно в ракушках. Лежат, блестят. И все пустые. Как на море. Здесь вот тоже глубина пошла, видишь? Сначала мелко, потом глубоко.
и ракушки везде блестят. Вода уже холодная. Ледяная. Но не минус, даже нуля нет. Все, сейчас подниматься будем. Вода уже минус. Если бы она минус была, был бы лед. Вот, я планировал в ту сторону пройти километр по берегу. Ну, увы. Репейник один, все в репейнике. Идешь и все, все штаны, все. Весь берег в репей. Вот такие вот ракушки. Перламутровые. Можно жемчужинки в них ложить и оставлять. Через год жемчуг будет. Это село Луговое. Дальше уже аэропорт идет. Весь берег в репейнике, не задевайте. Вышли с берега. Вот Максим у нас в ежика превратился. Весь в репейнике. С ног до головы. Марк тоже. Пойдемте. Минут 40. И мы там. Ну, минут 40 до дороги, да, 40 минут, и потом от дороги еще минут 20. Мы дома. Это 60 минут. Шли на выход, дойдем скоро. Ну, вот шиповник воды. Сейчас немножко наберем на чай. Сладкий, только косточек много. А то чистый. Ну, полетел. Какая-то птичка. Дорога у нас. Тоже рыбачили. Ну, вот дерево толстое. Летит какая-то большая ястреб. Газ. Его не объять, ему лет, наверное, 50. Погода портится. Максим освобождается от репейника. Нам надо двигать вон к тем домам в конце поля. Примерно минут 30. Быстрым шагом. Дойдем до дороги, а там уже 20 еще, наверное, по трассе. Мы дома. Идет дождь. Подскребает этот репейник.
Ну, почти дошли. Вот уже подниматься сейчас будем до дороги. Вот тут она, лепинка. Максим, помоги, посмотри на мои, сколько у меня там. Много на колищ. Баню сделаем. Почти дошли. Здесь темный. Солнце уже заходит. Я сам поднесу. Поднимай. Да-да. Тише. Дошли. Осталось сюда повернуть вдоль леса, и мы дома. Все, мы дома. Калитку закроете? Вот, дошли до дома. Будем отдыхать. Сейчас разведем огонь. Разведем немножко огня. Будем делать печенки с картошки. И там еще немного шашлыка оставалось маринованного. Делаем печенки.